своими глазами. Безработный мужчина из Бельза был задержан сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией антикоррупционной прокуратуры по делу об извлечении выгоды из влияния. В частности, он потребовал и получил от нескольких человек по 550 евро, обещая помочь им оформить водительские права категории «Б», сообщает Реалитате МД. По информации сотрудников правоохранительных органов, подозреваемый бывший работник автошколы утверждал, что может оказать влияние на сотрудников отдела регистрации и квалификации водители транспортных средств в Бельцах, чтобы помочь двум мужчинам и женщине сдать практический экзамен на получение водительских прав. 14 апреля мужчина был задержан на 72 часа. В его отношении возбуждено уголовное дело по факту извлечения выгоды из влияния. В случае признания виновным мужчине грозит штраф в размере до 150 тысяч леев или тюремное заключение на срок до 6 лет.